Чё, попробую что ли сбегать всё-таки в темную зону? КПП, КПП. Сколько? Да, 600 метров, 500 метров. 600 метров сюда, наверное, ближе всего. Ну, посмотрим, что там. Правда, хорошо. Весело там, вот, наверное. Беги. Тихо, тихо ты. Внимание, обнаружен зараженный груз. Завалят. Как-то слишком тихо прям. Никто не бегает, никто не стреляет. Все такие вообще вежливые. И вот. Интересно, можно птицу сбить или нет? О, прикиньте, убил птицу. Бля. Да, тут, кстати, интересно, что
Надо это, надо посмотреть, у меня тут что-то есть. Три 900. 400, кстати, полицейским 410. А ну-ка, давай-ка попробуем у тебя. Давай-ка мы тебе сейчас как-то... Что, здесь нельзя прям снять? Турелями я не пользуюсь, даже не хочу пробовать. Я смотрю, какая-то фигня левая. А, да, что я хотел, кстати. Такой пацан, типа, в кепке. Внешний винт, головной убор. Такая шапка, кепка круче. Верхняя одежда, так. Красная куртка. Ну, не очень интересно. Современный парк. Чуть я нифига не вижу. Что, красный здесь, что ли? Нет, есть парк. Такой клевый пацан вот в красной куртке. Кстати, ботинки, кстати, шарфы. У меня шарф есть. А. Чисто нам шарфки такой разноцветный есть будет, пацан. Боты есть. Еще моднящий пацан, да? Простые джинсы, еще какая-то херня. Ну а такой будет веселый пацан вообще. Вняшный такой пидорасик маленький. Пойдет. Я же не один из этих. Да. В этих джинсах я чувствую себя одним из этих. Так, здесь нельзя применять оружие. Ну что, будем смотреть или как? Будем смотреть, конечно. Это поможет не сдохнуть в темной зоне. 904, а у меня 0. А продать можно что-нибудь? Можно только за какой-то кошелек зайти, обычные бабосики. Ты еще пожалеешь об этом. Такую грудь ты больше нигде не найдешь. Конечно, нигде. Так бабосов-то нет. Так, ладно, продавать вот эту шляпу. Полицейский М4. А что, кстати, я же вроде бы как это использую. В общем, какая-то такая... Ты все равно вернешься.
сюда, не тупи. Блин, что стрельнуть-то нельзя вот этот придурок. Так, вот темная зона, 1.14. Я понимаю, ребят. Ну, тут как-то удобно. Четыре полицейские. Пластический. Ну что, будем смотреть или как? 4 Тау, 4.300. Блин, как подавать то, что тогда так, чтобы... У меня есть все. Точка. Да вижу, что у тебя есть. 2.300. Такое подозрение. Такой товар, как у меня, на каждом углу не валяется. Ну, давай этих. М4, 4300, М4, 3700. Тебе это пригодится. М4, не спрашивай, 4300, откуда товар. Тебя продать или нет? Да есть, он вред какой-то. Короче, вот эта фигня. Это... Хлам. Все это будет в хлам. Я думаю, что все вот эти штуки, которые не точнее 9 уровень, тоже можно продавать. Чуть продать хлам. Предметы продам, клево. 894, вот эта штука тоже можно продать. Бабосов нет. Нифига. Вроде все путем. Тогда до следующего раза. Биологическая угроза. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Будь начеку. Если в городе остались агенты-ренегаты, они будут именно в темной зоне. Береги себя, агент. Не забывай. Осторожно, вы в темной зоне. Да, в курсе где. Заражение, офигеть, я просто умер. Че я умер, вообще не понял. Че-то дойти нельзя было, что ли? Или нам не противогаза нет? Че за фигня вообще? Вы покидаете зараженную зону. Да ладно, ладно, ладно. Тянутся на опасный район, тянутся на район. Да, я все понимаю, мне интересно все-таки, где мой противогаз? Вот мой противогаз. Нет, это рюкзак. Вот он. Уровень предмета 6. Слушай, может я могу поискать, может я тут еще хочу. У меня есть все. Точка. Только за свою волю, вот я тебя понял, чувак. Не хочешь брать, дело твое. Биологически. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Интересно, насколько я могу убить этого чувака. Чуваки говорили там, да,
заходи, там 12 уровень вперед. Куда вообще? Как тут кого-то убить-то? Там будет или нет. Такое ощущение, что мне вообще выйти отсюда никто не даст. Жесть прям какая-то. Сходил, блин, в темную зону, вообще клёво, я пацан. Ну так вот, может там что-то полегче будет. Не, ну если бы не по одному, наверное, одного бы я смог бы завалить, но, блин, их там 4 штуки, вообще без шансов. Надо команду, команды нет. Эй, Дорила! Блин, господи, чё ж вас стрелять нельзя, так?
чё? Няшно вообще, я ничего сделать не могу. Причем выход такой, да, написано официально, мол, там, это с 1 по 14 уровень, я представляю себе, я тут на 10 нифига сделать не могу, меня с плюшки ложат. Что тут делать чувакам на 1-м-то уровне? Практически смысл, интересно. Вот я убил одного чувака, он мне вот там буквально чуть-чуть. Странненько. С этого чувака ничегошечки не упало. Короче, нельзя, я так понял, здесь носиться на полную скорость. Гаси 15. Еще без шансов стопудово. Да не хочу я с ним вообще встречаться даже. Сейчас заодно и посмотрим, где там вроде появился. А, это что, это типа третий уровень? Я одного убил, у меня уже третий уровень, что ли, появился? Все, а что он дает? Интересно, дает что-то этот уровень или нет? Да нифига он не дает. Здоровье 3300, запас сил, там что-то, ну, нифига не дает. Кстати, я еще не возьму этого пацана, привалил-то. Ага. Здесь уровень 3, и этих нету, и все. Ну и ладно. Чё, прикольно, я же говорю. А, одного пацана прибил, уже третий уровень. Темная зона вообще. Просто смогу убить одного пацана. Вот отлично, вот так бы всегда. Интересно, если меня убьют, я снова потеряю третий уровень. Там вроде считал, что нельзя умирать, если умираешь, может ранг понизится. Так, то разумный через природного качества. А, это я понял, это я в курсе. Ой. Так, мне будут как-то, конечно, отдельно взятого пацана напасть. Ну, во-первых, ага, круто, совсем плохо. Себе.
да, ребят, я понял. То, что надо убегать, это уже однозначно понятно. Да, не надо стрелять, все, хватит уже. Прикольно, я вроде какому-то чуваку попал, там, типа, вот этого огнеметчика, что ли. Интересно. Фиговенько, вообще как-то снега тут. Жизни не даст, наверное, да? Опа. Вот это вообще опасно, типа, что-то не хочется мне с ними связываться. Сюда вообще зашел, даже не видно было, что там чувак сидит. Снег идет, нихера не видно. Интересно. Всем так в это сложно хардкорно. Вначале то в этой зоне вот, в темной. Да не, вроде уровень сильно упал. Интересно, нифига мне это надо, ты подруги, не, рублей этих нет, нифига, я ничего не продавал, да и купить мне ничего, и стволы мне какие-то кривые, кстати, вот интересно, здесь вот я смотрю, вот здесь там уровень у меня 11, рейтинг 10, а, рейтинг, 11 уровень, 10 рейтинг, клевенько, вот есть аук, который там 4200 вот дает, а у меня 3700, вот немножечко лучше он, а так-то, в общем-то, все, и фигня. Кстати, пополнится, наверное, надо бы, да? Аптечки, я аптечки пополнил. Клёво, вообще придумал. Биологическая радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Здесь растет, а уровень-то нифига не растет. Ты, насколько я так понимаю, что не имеет смысла тогда
все время сидеть здесь. То есть нужно основной рейтинг прокачивать за пределами темной зоны, но примерно на этом же уровне поддерживать рейтинг темной зоны. Интересно, куда я бегу вообще? Доступна зона эвакуации. Эвакуация, я понимаю, мне эвакуирует вообще некий черт. Это эвакуация. Интересно, отсюда можно тут кого-нибудь хотя бы увидеть? Компрессор, мягкая сумка, рюкзак, модификация, шумом, 4 штурмовая торка. Интересно, это я что-то потерял своего? Не понял.
такое ощущение, что они где-то вообще на крыше, да? Чувака, он просто говорит, там чувак просто убьет. И все. Какие там нафиг предубеждения? Просто вот убьет и все. Так, а куда же мне можно все-таки? Ого, нет, туда я не пойду. 24 это сложно. Сильные косы, но попасть не было, так и не смог, да? Прикольно. Че мне третий-то? КПП третий-то? Я второй хочу.
Тут ориентир, тут меня прибили. Где, кстати? КПП-2. КПП-1. Может, там попроще будет как-то? Надо 400 метров как-то пробежать. Почему я немножко сомневаюсь? Даже не смотреть. А мне сейчас куда бегу? Я сейчас бегу куда-то сюда. Тут зона эвакуации, зона эвакуации. Техника спецотряд. Ориентир, так, ориентир.
Не, какой-то такой себе жестичок. Бегает вообще пацан такой, как надо. Нифига не захотел это воевать, но мне этой патрона нифига не осталось. Покажись, чувак. Ой, блин, тут еще ты такой же страшный, да? Да, с моим 11 уровнем тут только такой фигня. Блин, эти чуваки, ничего.
Транспорт на подходе. Ожидайте. Агент, я направляюсь к вашей позиции. Начинается эвакуация груза. Интересно, как эвакуация этот... Эвакуация завершена. Ну как все-таки разговаривать, интересно, блин. Где-то звук, может, звуки нет. Микрофон включен, да. Усиление режим рации. Ну да, как еще? А, микрофон включен, да. А как это? Кнопка. Где кнопка? 1-1. Нет, 1-1-1-1. Меня слышно, видишь? А так вот меня нифига не слышно. Если отправить включен, то ли передача установки, требуется нажать определенную клавишу. Блять, какую клавишу нажимать надо? Ай, господи. Может, она так называется, рация как-нибудь. Этих кнопок немерено. Сесть, выполнить, консервировать без запаса. Так, режим. Так, рация. Ц. Кстати, интересно, эти мои шмотки, они все-таки эвакуировались или нет? Я же вроде успел подцепить. Это я типа пополнился. Где? Где тайник-то, верно? Тут должен быть где-то тайник. Где мой тайник? Че, на этой розе, что ли, должен быть? Какая-то херня. Ощущение, что это КПП, а на КПП ничего нету, что ли? Торговец темной зоны, блин, ну где это? Оперативная база, где?
Бежище. Мне, наверное, вот сюда надо пробежать. Биологическая угроза. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Срыс. Аварийное остановление. Система перезагружена. Не разворачивай, чуваки. Внимание! За нарушение устава спецотряда вы получаете статус ренегата. Что, ёлки? Ты яро, ты что-то сделал, не то что ли? Тим.
гей. Какие-то они модные пацаны. 10, 14, и 11, по сути, 17. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Че звонишь?
ты звонишь на попало? Кто меня? Да. Да не буду спать долго. Все читаю. Все сутки. Что ты делаешь? Сколько?